А волонтеры общественной организации «Право на жизнь» завершают реализацию президентского гранта. В рамках проекта было установлено новое ограждение на территории центра передержки собак, оборудованный ветеринарный пункт и запущена программа льготной стерилизации животных. С момента старта этой работы ветеринарную процедуру прошли более 300 питомцев горожан. Инициатива общественников позволила им сделать это с 50% скидкой. Записать на операцию кошку или собаку еще можно успеть в июле. Для этого необходимо связаться с волонтерами центра. Также в рамках проекта проведено около 40 уроков добра в школах и детских садах. В августе будут подведены итоги. Напомню, реализация инициативы стала возможной благодаря поддержке фонда президентских грантов в 2023 году.